Уважаемые избиратели! 25 февраля 2024 года – единый день голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва и депутатов местных советов депутатов 29-го созыва. Бюллетени для голосования выдаются гражданам Республики Беларусь, включенным в списки избирателей. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Если в бюллетень внесены фамилии нескольких кандидатов в квадрате справа от фамилии кандидата, за которого избиратель голосует, либо в квадрате справа от слов «против всех кандидатов», следует поставить любой знак. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате или не поставлен ни в одном из них, признается недействительным. Если в бюллетень внесена фамилия только одного кандидата в депутаты, то знак ставится в квадрате «за» или в квадрате «против». Бюллетень, в котором знак проставлен в двух квадратах или не поставлен ни в одном из них, признается недействительным. Заполненный бюллетень опускается в ящик для голосования. Запрещается выносить выданный бюллетень за пределы помещения для голосования, а также осуществлять фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня. Нарушение установленных запретов влечет применение мер административной ответственности в виде штрафа до 15 базовых величин.